Художники прошлого.
Я твой иммунитет. Калистрат перечислил иконы. Суеверная толпа старообрядцев придвинулась к телеге, требовала выдать еретика Макея, чтоб тут же растерзать его и вышими потроха утопить. Протодиаконский бас Калистрата угомонил единоверцев. «Волки вы, али праведники? Под Богом вы стоите или под сатаной?» и ткнул ладонью в небо. Макей слушал, понимал и ухмылялся. Калистрат дурачит мужиков и баб, а сам себя почитает вседетельным. Совершенно. «Ты веруешь в Бога, Макей, сын Филаретов?» толкнул бас Калистрата. «А ты веруешь, вседетельный Калистратушка? Али притвор единый, чтоб брюхо набить дармовой снедью? Эка, он верует. Чей крест носишь? Филаретов. 4 фунта золота. С этим крестом отец мой Казань брал. А ты его себе нацепил. Хвально!» Калистрат затрясся от злобы. «Веруешь в Бога, али нет? Глаголь, брыластый сын еретика. Ты сам брыластый Боров. Как можно стерпеть такое поношение? Духовник Калистрат добрыластый, толстогубый, значит, срамной. В третий раз вопрошаю, веруешь в Бога? А ты сам зрил Бога? Иисуса зрил? Угодников зрил? А где они, сказывай? На небеси? На тучах или под тучами? На звездах сидячи или под звездами?» «Еретик», — возвестил Калистрат. «Так же ты, брыластый еретик, паче того, мы-то хитрый». «Еретик, еретик, промеж нас, братья», — орал Калистрат. «Брыластый Боров, вор, мытарь, крыш римский!» — отвечал Макей. Верижники попадали на колени от богохульства Макея, старухи визжали. И вдруг возле телеги появилась Ефимия в черном платке, укутанная до шеи в синее покрывало. Как она в таком одеянии прошла к телеге, никто не заметил. Приблизилась к Калистрату, распахнула на груди покрывало, спросила. «За что мне перси жгли железом, Калистрат? Скажи». «И ты зрил, то и молчал. Глядите, люди, как мне праведники Тимофей, Андрей, Ксенофонт жгли железом Персии и на иконы молились. Глядите. И под теми иконами сыном обои Макея веденейку подушкой удавили. Бог ли то заповедал, скажите?» Толпа притихла, замерла. Старухи испуганно отпрянули, срам-то какой. Ефимия-то совсем сдурела, голые перси выставила на судном молении. «Голую меня пытали старцы, жгли огнем, да на иконы молились. И то творилось по воле изгоя Филарета, сатанок треклятого. И Бог кто заповедал, скажите?» У Калистрата жилы вздулись на лбу. Он до того взмок в своей иоанновской верблюжьей рубахе, что даже чувствовал, как по ложбине спины течет пот.
«Мучение ты приняла во имя Господа Бога нашего Ефимия», — ответил Калистрат и гаркнул во все горло. «Помолимся, братья и сестры, за мученицу Ефимию». Помолились, пропели аллилуйю. «Поди теперь, Ефимия, негоже стоять так-то», — погнал Калистрат. Ефимия не уходила. «Макея развяжите, не делайте суд Божий своими руками». И сказано в Писании: «До семи ли раз прощать брату моему, согрешающему против Творца нашего?» И сказал Иисус: «Не говорю до семи, а до семижды 70 раз». Так ли в Писании, Калистрат? Калистрат подтвердил: «Сына моего и Макея удушили. Чей грех? Изгоя Филарета, Сатано. У Сатано были руки старцев, Тимофея, Ксенофонта, Андрея. По что не судите их, мытарей?» Верижники закричали гнать бабу. Но Ефимия требовала свое: «Не судите мытарей, не судите Макея». Икону он порубил в беспамятстве и Бога отринул от тяжести. «Пусть идет в мир и там узнает, есть Бог или нету, развяжите его». Третьяк подскочил к племяннице, чтобы увести ее, но помешал Лопарев. «Макея судите, судите меня», — кричал Ефимий, — «жгите огнем, и тогда погибель всем будет за мытарство, тиранство». И сказал Исаия. Калистрат сообразил, что решение надо принимать немедленно, и что брыластого еретика Макея не удастся сжечь, если оставить в живых Ефимию. А разве можно тронуть благостную мученицу, не посрамив самого себя? «Братья и сестры», — затянул Калистрат, — «отторгнем еретика, яко не бымши с нами. Уйдешь ли ты сам, Макей Филаретов, олигнать тебя батагами связанного?» Макей умоляюще возрился на Ефимию. «Подружия моя Ефимия, пусть со мной уйдет. Не жить ей с вами, мучителями, уйдем, подружия». Ефимия откачнулась, молитвенно сложив руки на груди. А со стороны женщины, даже старух, пронесся вопль: «Не уходи, благостная, не уходи. На кого ты нас покинешь, скажи?» «С Иисусом оставайтесь», — ответил Макей, — «со Калистратом, гордоусцем. Батагами гнать еретика, батагами!» «Подружия, уйдем», — звал Макей супругу свою. «Не будет того, Макей Филаретов. Не была я твоей подружей, а черной рабыней, сенной девкой в избе Филаретовой. Веденейку моего мучитель отторг от груди моей и удушил. Не стало веденейки, чужие мы вовсе, Макей Филаретович. Прощавай, пусть настанет в душе твоей просветление». «Оно у меня настало», — не сдавался Макей. «Озрись, могет и ты станешь, как я. Не будет того, не будет». «Ничего не поделаешь, надо уходить одному без подружи, и тяжко, и горько». «Дозвольте на могилке чада моего побыть», — попросил Макей, и общинники разрешили ему погостить на могилке сына. До солнцевосхода Макей просидел со связанными руками на холмике могилы, и кто знает, что он передумал за это время. Сготовили Макею лошадь в седле, на которой он вернулся с Енисея, положили в мешок каравай хлеба, сушеной рыбы, и только тогда развязали руки. Третьяк и два надежных пасконника стояли с ружьями, предупредив, если Макей заортачится, стрелять будут. Ефимия тоже пришла проводить Макея. «Пусть дорога твоя будет светлой, яко солнышко», — пожелала Ефимия, низко поклонившись. «Прощавай, прощавай, подружия». Макей погнулся в седле, тронул поводьями. Ларивон на лошади поехал провожать его. Зависть шестая. Черной, застывшей рекою, прорезался по степной равнине московский кандальный тракт. Два конца у тракта, как у веревки, до концов не видно. Поверни коня на закат солнца, в Тюмень уедешь, а там через Урал на Волгу или в Москву, в Суздаль, в Поморье, куда угодно. По изведанной дороге легче ехать было бы куда. Макей подумал, повернул солового коня на восход солнца. Ларион помалковал, как там не толкуй, а брат-еретик древние иконы пощипал, Бога отринул. Надолго ли расстаются, кто знает, может, навсегда. «Как теперь жить будешь, Ларион?» Ларион перекрестился. «И жизнь, и смерть в руце Бога». Макей покособочился в седле. «Богу молись, а за ум берись, скажу. Третьяк с Калистратом прибрали общинное золото, гляди, как бы холопом не стал у Третьяка». «Холопом не буду. Зри за Третьяком, волк зубастый, хвост лисицы». Ларион понимает, хвост у Третьяка, что у лисицы, а пасть зверя. «Ежели узришь ощеру, шибани по башке, да общину на свою сторону перетяни, на новом месте дом поставь».